Украденное детство. Почти миллион детей пострадали из-за конфликта на востоке Украины. Половина из них проживают на оккупированных территориях Донбасса. За три года на подконтрольных Украине территориях, по официальным данным, погибли 68 детей. За время военного конфликта дети погибали в основном из-за срабатывания взрывных устройств. Сколько их пострадало в районах по ту сторону фронта, неизвестно. Более 200 тысяч детей вынуждены были покинуть свои дома из-за российской агрессии. Пока у нас нет точной статистики, только дискуссионные цифры по поводу погибших детей во время вооруженного конфликта и детей, раненых во время войны. Эти цифры касаются исключительно территорий, подконтрольных Украине. Остро стал вопрос детей-сирот, проживающих на территории военных действий. Только в подконтрольных Украине районах Донецкой области более 5000 детей потеряли одного или обоих родителей. Столько же на оккупированных территориях. Точные цифры установить пока невозможно. Детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Донецкой области стало больше на 1%. Но если мы посмотрим, сколько у нас детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, детей, родители которых проживают в серой зоне, потеряли работу, веру в будущее, начали вести асоциальный образ жизни, то мы поймем, что таких детей гораздо больше. Есть и хорошие тенденции. Усыновить детей из военных территорий хочет все больше украинцев. В 2016 году из Донецкой области усыновили 126 детей, из Луганской – более 40. Больше всего усыновителей из Киевской и Львовской областей. Алена Клюско, Евгений Савицкий, UATV.